Добрый день! Я сегодня хочу вам рассказать вот об этом своем приобретении, которым я уже в субботу воспользовалась. Вот у меня сегодня лицо, которое начинает выделять новый коллаген и обновляться. И это та самая процедура, которую я проделывала в прошлом году, заплатив за 3 процедуры $1000. Причем, поскольку мне делали один раз в месяц эту процедуру, я не почувствовала большой разности. Я не могу сказать, что кожа стала свежее. Она у меня в хорошем состоянии, может быть, это тоже сказывается. Во всяком случае, давайте будем смотреть, что по рекомендации одной из наших подписчиц, спасибо большое за ваш совет, я приобрела вот такую вот штучку. Это сам карандашик, ручка, он называется, система для дерма. Улучшение, да, ручка дермосистемы, микроукалывание, прикладывается вот такой буклетик, в котором рассказывается о том, как переключать скорость, о том, как включать и выключать эту ручку, как вставить иголочки и поворотом увеличивать или уменьшать их длину. И тут же говорится о том, что есть другие. Но я бы не рекомендовала никакие другие. Вы можете просто набрать в Гугле и пойти посмотреть. Вот когда катушечка такая, кажется удобнее. Но на самом деле вам придется покупать эту катушечку каждый раз, потому что, ну, обеззаразить, как это по-русски будет сказать, дезинфицировать эту продукцию будет очень сложно. Потом это лицо. Не дай бог чего-нибудь, поэтому я рекомендую купить все-таки ручечку и менять к ней наконечники, чтобы каждый раз у вас был новый стерильный абсолютно наконечник. Вот такая вот простая в применении. Для того, чтобы ее включить, у нас есть шнур, который подключается к электричеству. Прилагается два наконечника. Один я использовала и вчера достала его из мусорного ведра для того, чтобы вам показать. В нем 12 иголочек, и они могут подниматься длиною. Вот, вот я их поднимаю. Сейчас их достаточно должно. Ну-ка, на темном. Вот, на мне на темном. От 2 миллиметров до 0,2 миллиметров. Самая чувствительная зона лоб и очень нежная зона вокруг глаз. Вы делаете поменьше иголочки. На все остальное вы делаете иголочки подлиннее. И когда вы одели на ручечку, вот поворачиваем больше-меньше, вы разберетесь, потому что видно, какими они здесь есть. К сожалению, на этой ручке нет обозначения такая-то, такая-то длина, хотя на некоторых оно есть. Я купила вот эту ручечку. Для того, чтобы ее включить, нужно нажать и подержать вот на эту кнопочку. Для того, чтобы переключать, ее нажимаете несколько раз, и в зависимости от того цвета, который она дает, вы меняете скорость. Зеленая – первый уровень, оранжевая – второй, красная – третий, розовая – четвертая и голубая – пятый уровень. Причем я хочу вам сказать, что чем быстрее иголочки работают, тем легче ее проводить. И проводим мы, я сниму наконечник, он у меня, конечно, обеззараженный, я его подержала, я не буду нажимать его, поэтому я его возьму с наконечником, как оно должно быть. Я его подержала в перекиси водорода, достав из ведра, что вдруг где-то нечаянно поцарапалось. То есть вы ведете, как я положу сюда видео, в котором мне делал его специалист, вы проводите один раз все в горизонтальном направлении, второй раз все в вертикальном положении,
третий раз по диагонали в одну сторону и четвертый раз по диагонали в другую сторону. На что я обратила внимание? На то, что я допустила ошибку, потому что делала первый раз. Я, кстати, хотела сначала пригласить кого-нибудь из девчонок, чтобы мне сделали. Но наконечника всего два, и я не знала, успеет он прийти или не успеет. Поэтому делала все сама. Можно самой делать, но все-таки удобнее, когда будет делать кто-то, а вы просто расслабитесь. Потому что стерильность надо соблюдать. Я, кстати, купила стерильные салфетки, пропитанные 90% спиртом. Я обрабатывала руки, я обрабатывала после очистки лицо. И я первый раз нанесла на все лицо вот тот состав, который мне ребеночек привез. Девочка, которая меня с этим аппаратом познакомила, она сказала, что можно наносить на лицо просто серум. Он будет работать так же, как любые коллагеноускорители, так скажем, активизаторы. Ну, ребеночек, постольку мой ходит в косметический салон подработать, она мне привезла вот эти витаминные эмульсии, которые они накладывают на лицо своим клиенткам. И я вам даю совет. Работайте со лбом, нанесите только на лоб, потому что по более влажной коже, вот на которой нанесен состав, который мы пытаемся вбить внутренние слои кожи, иголочка движется лучше. Потом следующую щечку взяли, работаете по щеке точно так же вдоль, поперек и по косой. По косой в одну и в другую сторону. Потом третью область вокруг рта. Хорошенечко проходим все морщинки. И потом я перешла на шею. Кстати, шею проработала более тщательно, на лице как-то побаивалась. Можно воспользоваться кремом, который обезболивает. Наносите его на лицо и через 20-30 минут, как по инструкции положено, снимаете его и тогда очищаете лицо. Я с ребеночком посоветовалась. Она сказала: «Мам, ну зачем ты будешь лишнюю какую-то химию на лицо на свою пихать? У тебя порог чувствительности очень большой. Попробуй просто так». Я попробовала. У меня все устраивает. Те девочки, которые не могут терпеть никакой боли, вам, конечно, нужно купить еще обезболивание вот это. И потом купить все эти наконечники. У меня завтра девчонки собираются на вечеринку. У нас очередная вечеринка по поводу пострижки. И мы с ними обговорим. И если никто не будет больше этим пользоваться, я куплю себе только 5 наконечников, потому что я сделаю 4 процедуры подряд с разрывом не в месяц, как мне делали в салоне, а в 7-10 дней, как это делают в России, потому что ребенок говорит: «Мам, эффект есть, когда делаешь вот 4 процедуры подряд». То есть я попробую сделать это вот теперь другим образом и надеюсь, что эффект будет. Кроме того, еще тогда, когда я ходила в салон, мне объясняли, что этот аппарат очень хорошо работает на шрамы. И у меня есть шрам от аппендицита ужасный, ужасный, страшный. И у меня есть небольшой шрам миг на ноге. У меня удаляли миому давным-давно хирургическим образом. И он не страшный, там просто такая кругленькая полосочка, и мне можно попробовать, уходит он или не уходит, потому что хвалит, что шрам это уже уходит. Равно как можно этим ручкой пользоваться для того, чтобы избавиться от растяжек. Кстати, по растяжкам я нашла крем, я его с собой не привезла, я сделаю отдельную зарисовку в раздел «Мои находки с удовольствием», делюсь буквально через денек-другой. Отведу свою вечеринку и с вами поделюсь своими следующими находками. А ссылочки, где я купила, причем цена этой ручки порядка $230-270, я ее купила буквально за $70, потому что мне дали сайт, на котором она производится. Причем это не китайская
Производство это сделано в Лос-Анджелесе, Соединенных Штатов Америки, что меня очень радует. А вот наконечники я посмотрела пока быстренько. Пока вижу только китайского производства. Если кто-то уже нашел американский, будьте любезны, поделитесь. Может быть, я к тому времени найду и вам ссылочку дам. Так что желаю всем выглядеть молодо, красиво и потратить на это не очень дорого. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.